начнем. Начнем плавное смещение точки сборки. Смещение точки восприятия. То, что знает про вот эти два термина. Рационал и иррационал. Может, поинтересовались, почитали. Сегодня даже поинтересовались. Да? Хорошо. Для чего вам это? Я думаю, это полезно. Ну да. Это из психологии. Я занимался, ну и продолжаю заниматься соционикой, есть такое направление. И если взять всех людей на планете, всех, то есть иррационалы и рационалы. Это, можно сказать, что это два подхода к делам. Два разных подхода к делам. А если посмотреть на полушарие мозга, есть левое полушарие, есть правое полушарие. Так вот, левое полушарие – это рационал, а правое – это иррационал. А если человек левша, это не говорит о том, что он иррационал. Ну, вы знаете, да, что у нас все перекрещивается. То есть левое полушарие управляет правой стороной. Правое, левое. В курсе, да? Это два разных подхода. И теперь мы разберем, кто же они такие. Если взять математику, алгебру, то получается рациональные числа какие? 2, 4, 6, 8, 10 и так далее. Так? Если взять иррациональное число, это 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. Примерно так. Так вот и люди также, оказывается. Скажу вам, а? Альтернативно. Все к одному. По логике, да? Да. Логика и интуиция, да. Здесь у нас логика, здесь у нас интуиция. Здесь у нас кинестетика, здесь у нас сенсорика. Действие. Но не будем углубляться, это соционика. Я просто хочу сегодня поговорить о двух подходах к делам, к жизни. Кто заметил, что тренинги по тайм-менеджменту, у них что говорится? Цель должна быть конкретной, реальной, да, определенной во времени, иметь там несколько подцелей, у вас должен быть четкий план, да, ее достижения и так далее. Так? Правильно? Да. Я проходил некоторые виды таких тренингов. И вот понимаете, все мои попытки использовать вот эти знания, которые даются на этих тренингах, оказались полным провалом. Мало того, что полным провалом, они полностью меня демотивировали вообще в хлам. Раньше я не понимал, почему так происходит. Я старался, я ставил цели, я записывал каждое свои действия. Но где-то на полпути мне это стало просто неинтересно, и я бросал. Не получалось. Дело в том, что практически 90% всех тренингов, мотивационных всяких штук, содержит в себе инструменты, которые пригодны только для рационалов, для людей с рациональным мышлением. Смотрите, в чем разница? Рационал. Для них важно поставить цель от 1 до 10. Пункты равно цель. То есть это те люди, которым реально нужен план. У них нету зависимости от настроения. Если есть четкий план, этот человек никогда не будет
его не выполнять, если он не в настроении. Понимаете? То есть он берет, как машинист, поезд. У него есть пункт А, 1, и пункт Б, 10. У него есть промежуточные станции, он поехал. Он поехал. Ему нужно быть точно в срок. Там станции номер 2, номер 3, номер 4, точно в срок номер 10. Эти люди не любят опаздывать. Настроение не подвержено. Ну, точнее, не то, что они не опаздывают. Они, когда опаздывают, очень страдают. Например, иррационалы не страдают. Ну, опоздал. Извините. Лекция у нас в 3:30. Ну, сейчас начнем, сейчас начнем. Сейчас начнем, все будет, все нормально. О, рационал себе этого не простит. Позже мы вернемся к иррационалам. Дальше, что еще рационал? По логике вещей. Что еще может быть? Планирование. Планирование. Планирует, да. То есть без плана будет, он просто может потеряться. То есть для рационалов обязательно план и цель. Если нет плана, если нет плана либо цели, то все. Вот у иррационалов даже цель ему не нужна. Вообще не нужна цель. Этим нужна. То есть их мотивирует план и цель. Обязательно. Теперь перейдем немножко к иррационалам. Вот эти ребята, вот если вы... Вот знаете, какая беда большая? Многие иррационалы стремятся быть рационалом, ну, не осознавая этого. Почему? Потому что образ успешного человека, по сути, да, какой? Вот возьмите в интернете книгу, где что об этом говорят, успешный человек, то какой образ? Собранный, дисциплина. Порядок. Тайминг. Конкретика. И так далее. Да? Образ успешного. Пиджачок, галстук, отглаженная рубашечка, дорогие часы. Он никогда нигде не опаздывает. У него всегда блокнот, да, записная книжка. А сейчас электронные программы, которые по управлению временем. Этот человек очень хорошо разруливает какие-то моменты, касающиеся плана. Он знает точно, что хочет, знает, чего он хочет. Знает, что хочет, и так далее. Вот этот образ успешного человека, который навязывается практически со всех экранов, компьютеров, рекламных щитов, телевидения и так далее. Вот к этому образу практически все стремятся. За этим образом люди идут на тренинги по тайм-менеджменту разных уровней. Они есть такие... средненькие, есть дорогие и так далее. На этих тренингах что? Происходит обучение. Вот надо, цель должна быть так и так. Цель должна быть достижима, реально. И вот эти ребята по незнанию стараются следовать вот этому образу. Все, если иррационал следует этому образу, он начинает быть вообще никаким просто. Он неэффективный, он непродуктивный, мотивация у него падает, он ничего не успевает, он берется за несколько дел сразу и все бросает. Либо пытается довести одно дело до конца, потому что эти доводят до конца одно дело,
1-10 и следующее. А эти просто вязнут в этих планах, в этих промежуточных целях и вообще теряют интерес. Так вот, что касается иррационала. Вот вам нужно сейчас про себя понять, для себя понять, кому вы относитесь, что вам легче. Смотрите, у этих ребят есть зависимость от настроения. Если у иррационала нет настроения, а у него запланирована встреча, он отмажется, он ее сорвет, он может сорвать. Посмотря какая встреча, там, если жизнь и смерть, то, конечно же, он там с кожи вон вылезет. Но по большей мере он просто что-то придумает. Может, свернет, что-то случится. А может, если достаточно сильное, сильное намерение у него, то цель просто упокоить не получилась. У него есть зависимость от настроения. Дальше. Эти всегда опаздывают. Причем это норма. Норма. Ну, бывает, так получилось. Ну, подумаешь, опоздал. Что тут такого? Там, хоп, там, производство упало. Там. Опоздал. Убытки там, миллионы. Хорошо. Дальше. Им очень сложно планировать. Тут идет импровизация больше. А вот эти ребята, у них хорошо получается работать в такой сфере, где есть четкие правила, временные рамки, сроки. То есть вот такие области. То есть их много. Это производство, там, офисная работа, бумаги, точность. Назовем это сфера точности. Сфера точности. Мы еще дойдем до этого. Дальше. Иррационал. Что? Он импровизирует, он не планирует. Им не важно наличие цели. Нет цели, ну и что? У них идет процесс. Я даже... Вот я иррационал. Раньше этого как бы не знал, пытался быть там. Вот даже сейчас я, когда что-то рассказываю, я прыгаю, заметили? Потому что по факту я сейчас должен рассказывать про иррационал. Да? Только про него. Но я прыгаю. Так, эти вот это. Понимаете? То есть это тоже показатель? Конечно. То есть, человек в смысле на мысли перебегает, потом снова возвращается к этой. Да. Вы сейчас все поймете. Мы сейчас пойдем по пунктам. Какие плюсы, минусы и вообще... Просто если вы знаете, кто вы такие, то вы этот подход будете применять дальше. И это большой ключ для достижения всего, чего хотите. То есть одновременно я рассказываю про двух. Но, ну, как бы условно, я сейчас начал про иррационал говорить. Вот и все. Дальше. У этих нет дисциплины. А здесь мы это назовем не то, что нет дисциплины, назовем это не в творческий беспорядок, вот это вот что-то такое, да? Спонтанность. Спонтанность. Спонтанность действий. Эти смотрят на иррационал. Ты чё? Ты чё вообще? Чё ты скачешь? Будь правильным. Вот эта установка убивает сразу в лоб. Ну как бы везде же это будет правильным. А этот не может, у него другая природа. Порядок, творческий беспорядок. Творческий беспорядок. Тайминг. Нет времени вообще. Ну или как? Антитайминг. То есть на что не хватает, да? То есть в голове у него получается, что как будто бы не хватает, что-то не хватает. Сейчас мы дойдем.
Как же быть? Тут понятно, да? Любую книжку. Стивен Кови, 7 правил высокоэффективных действий успешных людей. Начинаешь читать, думаешь, да, зачем это надо? Ну, как бы там круто все написано, действительно важная информация. Но вот эти ребята просто там поломаются. У них другой подход. Конкретика. Но здесь что? Здесь не конкретика. Абстракция. Абстракция. Точно. Подсказки из зала пошли. Хорошо. По сути, мы разбираем два полушария головного мозга. Левое, правое. Знает, что хочет. Эти вообще не знают, что хотят. Не знаю, что. Сфера деятельности. Вот этих ребят, иррационалов. Офисная работа. Производство. Та работа, которая требует от них точности, временных, конкретных рамок, просто уничтожает. Все эти люди, это большой стресс для них. Если для этих все нормально, им в сроки уложился, и их это вдохновляет. То есть рационалов вдохновляет следование правилам. Их это вдохновляет. Иррационалов это просто уничтожает. У них сфера деятельности свободный художник, либо работа на себя. Когда он сам себе хозяин. Ну, если вы почувствовали, что вы иррационал и работаете вот в этой сфере, и начинаете искать, как вот это было, либо что-то. Чаще всего, если иррационал работает в такой сфере, то он вдохновляется за счет побочных каких-то хобби, которые как раз-таки дают ему вот эту подпитку. То есть он ходит в офис, он пытается попасть в рамки, ему начальник ставит сроки, цели, он кое-как там тянет, ну, на своей энергии, конечно же. А где-то имеет хобби, которое у него там вот это все. И он от этого черпает вдохновение. Потом опять на работу. Хобби. И пошел. Здесь у него свободный художник, назовем. Свободный художник. Это сфера деятельности. Многие правильные люди называют вот это все недостатками. Это реально недостаток. Более скажу, что я всю жизнь страдал из-за того, что у меня было много моментов, когда мне вот этим пичкали, тыркали, что надо делать, не надо делать так, надо делать вот так. Это нельзя. Должен быть порядок обязательно. Я никак не мог. Я, конечно, стремился к порядку, стремился уложиться по времени. Иногда получалось. Но это не вдохновляло, это просто была потеря энергии и следование каким-то чуждым моментам. Здесь важно понять, в чем сила рационального подхода и в чем сила иррационального подхода. На самом деле это огромнейший ресурс, просто бешеный. Много всего можно сделать при помощи такого подхода. Разберем, в чем. Давайте, вы знаете, как мы сделаем? Мы по очереди разберем, в чем сила иррационального подхода. Один. Вот смотрите.
зависит от настроения. Нужно что-то делать, а у меня нет настроения. Нету мне вообще. Нету. Не хочу. Что делать? Как вы думаете? Не делаю. Я не буду делать. Шеф тебе звонит. Как там? Как там наша... Как ты ничего не делаешь, когда сидишь в крыше, ты не родился. Ближе, да. Ближе. Зачастую? Зачастую? Поднимать настроение? Ну, да. Можно себе его накачивать какими-то там куверами. Можно задать вопрос, для чего тебе, зачем? Не, ну вот к вам дело прям сейчас подошло, вот прям сейчас, ну оно реально важно. Вы умом понимаете, важно? Да нет времени искать. Ты будешь сидеть, искать, что же там приятное. Надо копать колодец и гнушку. Не просто мыть посуду, а... Что же тут приятного? Камешки красивые. Да. Да. Смотрите, как действовать иррационалом, как лучше всего эффективно. Как правило, эти люди имеют много целей разных, много всего, всего хотят. И, как правило, он начинает что-то делать, вот это все сейчас начну делать, вот туда пойду, вот сейчас, вот все. Нарисовал себе там, все будет. И деньги, и удовольствие, и успех, все. Начинает делать. Первый шаг. Загрузка пошла. Первый шаг. Получилось что-то, уже начал делать. Второй шаг. Вот он вдохновился. Второй шаг. Пошел. Третий шаг. Идет. Четвертый уже что-то. Что-то уже не как-то уже как-то в лоу. Пятый. Ну вообще что-то. А мне уже понятно, что там будет. Шестой. Все, пошел упадок. Ну, закон такой у этих людей. Смотрите, самый-самый-самый интересный такой выход и продуктивный. Переключиться на другую цель. Иррационал должен иметь у себя в запаснике список целей разных направлений абсолютно. Тут изучить алгебру, тут литература, тут программирование, а здесь копать колодец. Если берется за дело рационал, он вначале доведет до конца алгебру, изучит, потом переключится на литературу, начнет ей заниматься, освоит, потом освоит несколько языков программирования, потом переключится на копать колодец. Ну, либо в разном порядке, как жизнь. Ну, насколько у него... А, он еще выставит приоритет, какое, что важнее, что там надо. Воды нету, надо начнут копать колодец. Пока его не откопаю, пока вода не появится, я не буду этим заниматься. Это рациональный подход. Иррационал, его выход, вообще выход и решение всех проблем, которыми он страдает, якобы он должен быть рациональным. Ему нужно переключаться, как только, вот вы занялись алгеброй, как только вам это наскучило, что-то уже как-то неинтересно, переключайтесь на другое дело. И вот у него несколько загрузок программы. Нужно просто иметь при себе список. Список того, что мне надо, примерно, когда мне это все вот так. То есть вот это решение проблемы, и... Иногда есть, ну, я встречал таких людей, у которых, знаете, он ведет три разных вида деятельности. Ну, это люди, которые ведут несколько бизнесов, причем успешно.
осваивают иностранные языки, еще осваивают несколько видов спорта одновременно, и во всех областях у них серьезный результат. Ну, ты просто думаешь, когда он это все успевает? Он просто знает, что он просто знает себя, знает подход, знает, кто он есть, и пользуется этой силой, этим знанием. Понимаете, да? Необходимо просто переключаться. Ну, если вы иррационал. Если рационал, то по-другому. Вначале вы начали и закончили. Начали и закончили. Начали и закончили. И поехали. Там тайм-менеджмент рулит. Все классно. Для него это просто клондайк знаний. Сразу. От этого уже все идет плясать свой танец. Опаздывают. Почему опаздывают? Потому что в рамках. Потому что находятся не в этой сфере. Они не свободные художники. Свободный художник, он никогда не опаздывает. У него просто нету куда ему опаздывать. Дальше. Импровизация. Импровизация — это опять же. Вы тут начали, тут вам это надоело, тут продолжили, вам это надоело, тут продолжили, вам это надоело, вы можете тут продолжить. И пошла загрузка. Таким образом. Вот это успешный иррационал. Опять же, что есть цель? Выучить английский язык. Это цель? Вот это мини-цель. А если поточнее? Это процесс. Процесс. Освоение английского языка – это процесс. Цель – это до какого уровня его выучить. Там несколько времен. Да? Цель – выучить английский язык 3 времени из 6. Да? Это цель. Все, 3 выучил, все, цель закрыл. А изучение английского языка – это процесс. Английский язык. Английский язык. Это процесс. Это процесс. Все. Опять же, иррационалы получают кайф от процесса. Потому что у них они очень быстро загораются и очень быстро потухают. Ну, может быть, не быстро, смотря какая цель, смотря какой процесс. Но им важно заниматься процессом. То есть вот это нужно понимать. А цели это конкретно для рационала. Это просто может быть бесконечно. Это может вливаться из одного в другое. Из одной деятельности в другую. Оно переливается. Причем чем более разнятся цели, процессы, тем лучше. Физика, литература, английский язык. Копание колодца, стройка дома, вообще куча разных направлений, геометрия и так далее. Опять же, это процесс. Спонтанность. Спонтанность, она наблюдается в разных загрузках. Вы просто переключаетесь. И когда иррационалу подходит, рационал говорит, ты что делаешь? Ты вон то бросил, ты вон то бросил. Ты неправильно живешь, парень. Все. Ты будешь неуспешный. Успех тебе не придет. Вот надо знать законы тайминга. Тогда будешь успешным. Все, и он начинает чахнуть. Ну как же так, если он не знает себя? Спонтанность. Творческий беспорядок. Тут все понятно. Да? Это те люди, которые из хаоса создают шедевр. Опять же, здесь спонтанность у него работает, когда он свободный художник, либо работает без временных рамок, скажем. Даже в стройке можно это сделать. Ну, обычно там строк ставится, а как хочешь, так и делай. То есть даже можно построить и быстрее там дом или еще что-то, да, быстрее. Но если это иррационал, он понимает, что он может тут начать стену делать, оставляет ее, надоело эти кирпичи класть, бросил, переключился там, что-то там сверлит,
дрель, так, все, надоело, не доделал. Опять на стену переключился, о, тут классно, это уже надоело, можно стену закончить. Начинает кладку стены, так, уже три кирпича положил, так, окна надо поставить. Пошел, окна покрутил. И вот он запускает несколько процессов, тун-тун-тун-тун-тун-тун, и может прийти к цели реализовать гораздо быстрее, чем рационал, который будет идти по плану, что-то еще там думать. Понимаете, да? Вот это разные подходы. Дальше. Антитайминг. Понятно. Абстракция тоже. И не знают, чего хотят. Ну, как правило, тут тоже все понятно. Не знают, что хотят. Ну, по факту знают примерно, что хотят. И ему важен именно процесс. Почему не знают, что хотят? Потому что чаще всего их спрашивают, что ты хочешь. А он просто... А он не понимает, что ты есть. Ну, как бы он все хочет. А сказать, что я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, потом вот это, потом вот это, вот это, вот это, ну, как-то иногда... Ну, палевно говорить об этом всем, честно. Много чего хочу. Люди мне говорят, что ты хочешь? Да много чего хочу. Вот это хочу, вот это хочу. Все. Как правило, мне вот так вот. Хоти дальше. А это просто настройка на процесс. Хочу вот этот процесс, вот этот, одновременно. Тогда интересно. А когда тебя спрашивают, ты чего хочешь? Я говорю, вот этого. И все. Тогда, говорит, одобряют, да, ты молодец. Смотрите, здесь разница в том, что знание того, что ты хочешь, сбился в смысле. Ну да ладно. Иррациональный подход придет. Понятно, да? Немножко разрулил картинку. И если так посмотреть, понаблюдать за многими людьми, да, вот есть люди, которые очень много пытаются, и у них очень трудно это получается. Зачастую это рационалы, которые видят успешных иррационалов, которые ведут несколько бизнесов, да, они также хотят. И у них начинается облом, потому что они начинают вести несколько бизнесов, при переключении у них теряются данные. Им нужно закончить загрузку одного файла и начать загрузку другого. И вот смотрите, какая штука. Рационалы чаще всего мастера, гуру. Успешные люди в чем-то одном, в каком-то одном конкретном деле. Там мастер вообще там в чем-то одном. А иррационалы, они успешны в нескольких областях. Но если они умеют пользоваться своим ресурсом, своей изначальной базовой функцией. Вот и все. То есть рационал, он в чем-то одном, мега крут. Потому что он точно знает, чего хочет. Он знает, где он начал. Что эти парни или девушки не всегда понимают, где они вообще начали, как он тут оказался. Поэтому спрашивают, что ты хочешь вообще этим. Что ты хочешь вот этими недоработками достичь? Я не знаю. Он в процессе. И он просто путается. Иррационал путается. Да, когда его спрашивают. Поэтому создается впечатление, что он не знает, чего хочет. Но он действительно не знает, что он хочет. Но что он не знает, когда это закончится, когда это закончится, когда это. То есть ему вообще это не важно, по сути. Да мне по барабану, когда этот английский выучу. Мне вот нравится его учить, мне нравится разговаривать. Потому что как только я прекращу этим заниматься, это забудется и все. Всего надо постоянно учить, это процесс. Разговаривать. Практиковать. Эти спец в одном деле, рационал,
мастер, иррационал. В нескольких направлениях. Соотношение вот этих и вот этих разнится. Почему? Потому что, вы посмотрите, практически везде транслируется вот этот подход. Ну, везде. И его пытаются примерить иррационал. Пытаются. Но вот такой подход не везде транслируется. Поэтому спецов в нескольких делах сразу их мало. Ну, мало тех, кто знает реально, что он может так. Вот и все. Если бы знали иррационалы, что они такие есть, и какой у них подход к жизни, то таких бы ребят стало больше. Вот и все. Но везде идет трансляция именно «сфокусируйтесь на чем-нибудь одном». И там. Это круто. То есть практики на концентрацию в одной точке, на свече, это практики. Это хорошая тренировка. Прекрасно. То есть она усиливает концентрацию. Но опять же, если у вас базовый подход к жизни и ведущая правое полушарие, то имейте в виду, что можно быть в нескольких сферах деятельности успешным. Не обязательно заканчивать одну и переходить в другую. Начинайте сразу несколько. Только будьте на связи со своими целями там, через книжечку, через еще что-то. Доставайте, вам надоело, так, что у меня еще? И переключайтесь. То есть техника переключения, потому что это уже управляет настроением. Понимаете? То есть автоматически, если вам не хочется делать это, у вас нет настроения, значит, у вас есть настроение на что-то другое. По факту, да? Полежать. Полежите. Поработал, полежи. А люди делятся на две категории? Или потом человек помешан? Потому что я вот сижу, не могу еще принять вместе. Ну, конечно же. Конечно же. У нас есть и то, и другое. Не может быть такое, что у меня работает только правая полушарие. Левая отказала, извините, когда дыхание практиковал. Шутка. Вырежу из видео, а то используют. Я гоняю на одном полушарии. Получается. Тянет. Нет. Все, конечно же, у нас идет череда. Но базовая у нас одна. База изначально. Это не говорит о том, что если я иррационал, то я не могу вот так действовать. Есть короткие цели, есть короткие задачи, которые удается решить на одном вдохновении. Например, как общение, лекции, практики. То есть я не успеваю перегореть, мне не успевает уйти интерес. Я заканчиваю быстрее, нежели чем мне это станет скучно. Вот и все. Но это короткие. Если долгосрочные цели, то лучше запускать несколько процессов, которые вы можете просто переключать. И знаете еще какая тема? Если у него отваливается какой-то процесс, он особо не беспокоится. Он начинает новый. Вот так. Эти будут в панике. Объяснимо. Ну просто я теперь других людей как-то я, в принципе, воспринимала, да, с эмоциональным, там, иррациональным, как бы, слухом, но никогда не вдавалась в подробности. Сегодняшняя тема просто для меня взгляд совершенно другой. То есть я понимаю теперь людей, которые рядом со мной. И свою рациональность я воспринимала как, например, как ненормальность. Вот и все. Так многие так. Вот я раньше так. Мне постоянно приучали. Постоянно приучали к тому, что надо ставить конкретные цели, конкретные сроки. Когда ты это сделаешь? Откуда я знаю, когда я это сделаю? Какая тебе разница? Я, видишь, делаю. Все. Ну, закончится само собой, все произойдет и все. И так далее. Поэтому, если иррационал работает
фирме, в которой такие высокие требования, как, ну, над ним начальник или менеджер какой-то? Менеджмент. Жесть. Мне слово страшно просто. Там же все чик-чик-чик-чик-чик. Логический такой четкий подход. Ужас. А вот есть же такого, допустим, когда кто-то готовится весь семестр, кто-то в последний момент делает... Так это иррационал. Им завтра сдавать экзамен. Завтра сдавать. 80 билетов. Всю ночь. Под кофе. Пришел такой, глаза вот так вот. Бах. Или вообще 1-2 прокатит. И он хоба на эти билеты попадает. Попал. Все. Все. Или лектору вообще другую фургу прогнал там. Ну, очень активно. Он такой, да, я знаю, я вижу, ты знаешь, да. А лектор рационал, он же такой подготовленный. А вот как и подождите, сейчас еще одна тема вам сейчас скажу. А, по другому билету. То есть, как бы, и ему еще какой-нибудь толкнул. Да, опять, все, иди, иди отсюда. Да, я вам третью сейчас расскажу. Все, гуляй. Следующий. У него последователь. Но многие так прокатывают. Что, замечали, да? Я учился, у меня... мне надо выучить наизусть стихи. Такой стих. Я пришел, не готов. Сейчас вот мне нужно будет выходить. Пока там кто-то рассказывает этот стих, я быстро его, быстро вообще выучил, выхожу, оттарабанил и забыл. Спроси снова. И так далее. Да. Получается, что дети младшего возраста, да, не рациональны. Мы делаем рационально. Да. Да. В процессе воспитания происходит, да? Нет, есть дети, вот, вот знаете, такие дети есть пухленькие такие. Конфетки любят, они такие очень потом пухлеют такие. Они очень, как бы, у них речь такая, они все правильно такие делают, еще взрослым что-то напомнят, вот ты забыл вот это. Ну, какой хороший мальчик, на тебе конфетку, лупу. И все. А вот такой, так, еще вот это, они вот все так четко, вот это рационал. Это нормально. Такие дяди толстые, большие, которые управляют. Чиновники, это больше рационал. Потому что рационализм, он вообще в мире, он рулит, по сути. Почему? Потому что здесь более понятно и более приземленно. Потому что иррационалы, они не все знают свои сильные стороны. Они их принимают за слабые. Вот и все. И опять же, при воспитании детей, у детей формируется, у них идет... При формировании правого-левого полушария у них идет чередование. Это. Я вот не знаю, откуда база берется. Я думал, откуда берется. Почему человек становится за счет чего? Либо иррационалом, либо рационалом. Я раньше думал, что это среда воспитания, то есть из-за среды формируется. То есть на каком-то полушарии у него идет базовая. Чик, все, он как бы навык освоил, и он уже дальше его развивает. То есть какое-то одно направление. Так и есть, потому что люди вообще изначально гениальны, да, просто ограничены. У нас с самого детства уже говорят о воспитании. Нам говорят, будь как Маша, не ходи, как Сашка, да, нам ставят уже эту индустрию. А нас как бы, ну, я вот с 3 лет, я уже как бы все, я не живу по правилам, я никогда не работал на кого-то. У меня как бы стоит на организации, и я как бы и там. Потому, и нет потенциала, ну, вообще, то есть потенциалов очень много, я там, да, я как бы, А у нас заставили, ну, родители, ходи туда, ходи в эту школу, одевай это. У нас его открывают, это все зависит от воспитания. Но не все могут так отвергнуть, не все. Просто если сильно... Просто вы поймите, да, что навязывается по факту с самых школьных времен, то есть нужно в школу с утра прийти, и заканчиваются уроки именно в обед, извините, все. А иррационал, почему так? Я хочу вечером пойти в школу. Почему нельзя вечером? А я хочу с утра поспать. Это уже они просто не
нас делают медики, да? Конечно, конечно, конечно. И вследствие вот этого подхода, вследствие такой среды, ну такая среда, все, мы ничего не поделаем. Из-за этого многие иррационалы, они просто теряют свои свойства. Все. Он не знает, почему. Он пытается быть не тем, кто он есть. А потом его подавляли, всю жизнь подавляли и устраивали. На самом деле подавляли. Да. А потом он из этой подавленности, во сколько лет он выйдет после этого, да. Я просто, я вообще 12 лет ругался со стажем и вообще очень. Бухгалтерия, да, это вот рациональная, да, тема вообще. У меня был свободный график, я сама сидела. У меня было несколько крупных производств, которые я взяла, и я всегда бухгалтерию воспринимала как творческий процесс. Я не понимала, почему я вот там, ну я просто из нее ушла уже год назад. Я просто поняла, что это все время было не мое. То есть да, были графики. Ну, просто переключались между процессами. Нет, я просто выстраивала там своего рода, выстраивала свадьбу. Свой график, свой ритм и подстрелы людей даже. Поэтому мне все отвлекается, как бы все становится ясно, почему-то я теперь. Но я не пошла дальше. Даже процентном соотношении примерно, но это такие данные, примерные данные. Количество рационалов и иррационалов на планете. Вот рационалы, допустим, вот это рационалы, да, их 51%, этих 49%. Конечно, но в матрице вы можете выйти на то, что вы сможете делать все, что хотите, абсолютно. Я раньше думал, что тоже как так. Почему я должен всегда делать? Не понимал. Но после дыхания меня вскрыло. Меня снесло крышу, и я понял, кто это. Чем мы занимаемся на практиках дыхания? Вы чувствуете себя настолько глубоко, что вас вскрывает, кто вы есть. А болтовня — это интересно, да. Это не особо может и не дать ничего. Дает ощущение, дает внутреннее чувство, что действительно, что оно исходит из вас, а не из внешнего. Понятно, да? Кто такие рационалы и иррационалы? То есть плюсы и минусы. Вот эти все минусы, это есть плюсы. Если знать, как эти плюсы использовать. Вот и все. Вот про себя подумайте, кто вы есть. Кто рационал или иррационал. Конечно, есть смесь, мы смешаны все. Есть иррационал, который работает в организации, который... Ну, пока еще успевает укладываться в сроки, пока еще успевает, или у него получается не опаздывать, он примерный, но где-то в глубине души плачет его иррационал. Лучше не мешать. Ты ли это говоришь на самом деле? На самом деле, да. Когда вы начинаете осознавать свою природу, это меняет в жизни многое. Но в итоге-то, в конце своей жизни, перед самой смертью, каждый чувствует этот момент. И перед глазами проходит вся жизнь. И очень много выплывает несовершенных действий, которые хотелось бы сделать, к сожалению. Лучше это все-таки сейчас, через практики, решить. Осознать. Пускай это будет в середине жизни, да, но переход может быть даже болезненный, но в итоге вы почувствуете свободу. Свободу в каком плане? Свободу действий согласно тому, кто вы есть на самом деле. Потому что это определяет долю вашего счастья и удовлетворения.
Понятно, да? Или еще что-то? Вопросы? Они магнитятся, кстати. Вот рационал с рационалом. Нет, рационал с рационалом, да. Вот понимаете, вот возьмем социум. Люди одной категории, люди другой категории. Вот рационал и с рационалом они как-то как магниты. Потому что они как бы на одном языке общаются. О, у меня, знаете, вот 2, 4, 6, 8 рационально. О, у меня такая двойка, у меня такая двойка. А у меня вот такая четверка, у меня вот такая четверка. И все. У них одна тема. То есть я там эту цель достиг за такое количество времени. Таким-то способом. И таким-то. А это говорит, а я эту цель достиг за такое-то количество времени. И начинают как бы на одном языке общаться. Вот и все. Они как бы магнитятся, они друг друга хорошо понимают. Почему? Потому что рационалы, они к одной и той же цели меняют инструменты. А иррационал меняет процессы. То есть он может вообще бросить, оставить, он поменяет процесс, он переключится на другое. И все. То есть он одновременно может... Он может несколько языков одновременно заниматься там какой-то другой деятельностью. И даже иррационал может заниматься конкретно рациональной деятельностью. Даже нескольких направлений. Потому что изучение алгебры, геометрии – это рациональная область. Бухгалтерия тоже. Пожалуйста. То есть он может одну линию держать, вторую, третью, четвертую. Бизнес это что? Там сроки конкретные. Ты срок затянул, все, до свидания. Минус миллион. Вах. Че, иррационал? Ну и че, бывает, че. Подумаешь. Такой. Так, лям потерял. Так. А вот такой проект. Хоба. Два сделал. Ну так вот спонтанно так. Оп. Все, получилось. Ну, не парится, он просто забил на это и сделал другое. Рационал не, он еще сроки сорвал, все. Виновные наказаны должны. Найти, кто виноват, что конкретно, почему. Вот и все. Понятно, да? Вот вычисляйте. И рационалу? Ну, как сказать? Как сказать? Я иррационал. Иррационал, когда себя чувствует, конечно, легче. Иррационалу, когда он себя чувствует, тоже легче жить. Потому что какой-нибудь рационал посмотрит на тебя, зная тебя, он такой, пьет кожу тупой, фу. А как ты это делаешь? А ты ему начнешь сливать эти все инструменты. Для тебя это понятно. Слушай, смотри. Сегодня ты делаешь вот это, вот это, вот это, завтра вот это, вот это, вообще в разные стороны. У него глаза на вихрень, как бы. Понял? Да, понял. И он начинает по плану их делать. А ты это делаешь по настроению. Он все, он на третий день просто заводит. У него будет перегрузка, и у него лампочки красные загорятся. Он не захочет. И он всю жизнь будет удивляться, как ты это делаешь. Как? И он будет пытаться. Ну, как бы... Усложнить жизнь можно любому типу. Есть успешные люди, которые применяют только рационал. На них смотрят с открытыми ртами все рационалы. Он говорит, делайте вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. Поняли? Да. Побежали делать. Хоп, половина не получилось. Половина. 90% не прокатило там, или 99%. У одного там что-то получаться стало. Все. Потому что вот эти шаблоны не подходят для вот этих ребят. Не подходят. Но зная себя, вы знаете, как действовать, как подходить к делам в жизни.
да все. Я потому что тоже раньше не знал себя. Так это борьба. Борьба. Некоторые иррационалы в постоянной борьбе. С самим собой. И так далее. Ну тут, да, кому легче. Такой вопрос. В зависимости от ситуации, от условий. Но вся система, матрица, в которой мы воспитаны с малых лет, это среда рациональная. Рационально. В садик опоздал, все, мама, разворачивай ребенка домой. Или там скандал. Или еще что-то. Спать только в это время, все. Кто вам сказал, что надо ложиться в 10? Вообще, с чего взяли? Кто это придумал? Тут можно поспорить. И все. Что есть дети капризные, которые вообще ничему не подчиняются. Как ты мне объяснишь? Вот так и все. Вот он чувствует. Но пока ребенок себя чувствует, он может как бы делать то, что ему нравится. Насколько он себя. Как только ребенок перестает себя чувствовать, он начинает подчиняться навязанным внешним. Теряется связь с самим собой. Все. Он может, да, он может освоить какую-то область. Родители сказали, иди учись на автомеханика, будешь чинить машины. Машин сейчас много, они у всех, работа будет всегда. А если ты станешь профессионалом, ты будешь всегда при деньгах. Когда ты профессионал, не механик, тебе легче чинить, ты уже все про машины знаешь. Иди учись. А он вообще, ему другая область. Но он пока не знает. Если это иррационал, он не знает. Ему он за все берется, ему и там интересно, и там интересно, и там, и там. И он после дискотеки идет экзамены, хорошо сдает, нормально. То есть, не подготавливается, вообще без подготовки. То есть он иррационал может спонтанно бахнуть так, что все, опа, как там? Ты же не учил. Ну и не учил, учите сами, что я буду учить. Вот и все. А эти сидят, зубрят там. Так. Вот и все. То есть это разный подход. Конечно, в нас присутствуют, у нас работают два полушария. Где-то мы рационалы, где-то мы иррационалы. Но базовая у нас одна. То есть базовая, исходящая точка у нас одна. И вот зная эту внутреннюю исходящую точку, точку отсчета, вы можете строить свою жизнь, как вам нравится. Это легче. Это уже облегчает задачу. Даже при рассказе чего-то, вы что-то рассказываете, можете прыгать, тема, по разным темам. Одну тему с одной начали, другую закончили. Но сказали больше, чем планировали. Это же не бред, все понимают, да, все понимают. Также, если иррационал сильный, да, достаточно сильный по природе своей, и он себя меньше обманывал, он слушал больше себя, скажем так, то он может переключать режимы другого человека на тот язык, на то полушарие мозга, на котором который у него исходная точка. Так как я иррационал, я вас переключаю на иррациональную волну. Вот и все. То есть я могу прыгать вот так, вот сяк. Все, ничего объяснять, все поймут. Но есть и другой подход. Вот и все. Понятно, да? А договориться они могут, допустим, в семье, один рационал, другой рационал. Могут, это прекрасная пара. Прекрасная пара, рационал и иррационал. Но они должны себя чувствовать хорошо. То есть им нужно быть достаточно гармоничными, каждый в своей среде. Они даже могут друг другу помогать. Потому что, как бизнес молодости, есть люди Ахтунг, а есть люди система. Системщики, они очень хорошо начинают и доводят дело до конца. А люди Ахтунг, они просто генерят идеи. А системщик их берет и так, оп, поймал. Он даже может, системщик, он может даже фильтровать. Так, это сработает, это. Он может, он сроки выстраивает. В семье то же самое. Один Ахтунг, другой системщик. Вот и все. Ахтунг, идея, давай поедем туда. Да, системщик, не вопрос. Нам понадобится столько денег,
нам понадобится столько времени, тебе нужно будет сделать, пойти на работу, договориться там это, там то решить, это решить, я закрою свои проблемы, вопросы и так далее. И мы спланируем отпуск именно так. А Актунгу по барабану, как он спланирован, он знает, что системщик его спланирует, и все, да это твои там планируют. Вот, а у меня там еще одна сейчас идея возникла. Там, давай проект какой-нибудь замутим, там сделаем. Давай. Потому что семья это тот же бизнес, в котором либо он успешный, либо он убыточный. Можно тянуть, тянуть, если семья бизнес убыточный, то можно тянуть, насколько хватит сил. Пока силы не закончатся, он будет идти. Потом все. И разрыв. А если бизнес успешен, он будет давать энергию одному и второму. Потому что два рационала в семье, два иррационала, они, конечно же, могут потом в какой-то точке конфликтовать. Один системщик говорит, да нет, это надо так. Другой системщик, да с чего ты взял, надо вот так. И они начинают тягаться. А рационал, иррационал, иррационалу по барабану, он запускает процессы, по которым прыгает, а рационал следит за выполнением этих процессов и там немножко подруливает, чтобы не было сильного отклонения. Или договаривается ставить сроки, когда бы лучше бы это сделать. Вот и все. Но идеальная пара рационал и иррационал. Хотя магнитятся они тождественны. Рационал с рационалом, они хорошо себя понимают, ну, хорошо себя чувствуют, понимают, чувствуют. Да, и на одном языке говорят. Вот и все. Но идеальная пара – это два полушария. Понятно, да? Вопросы? Благодарность. Да, все подробно. А мне кажется, что что-то еще не хватает. Хорошо. Тогда еще раз напомню, что мы едем 22-25 числа на выездной Подмосковье в сторону Ярославля. У нас там будет тусовка, практики, лекции, байдарки, может быть, мотоциклы. В общем, рационально и рациональная тема. Скажем так. Но опять же, еще раз хочу напомнить, что важно себя чувствовать. Даже если вы оказались вдруг не в той области, где надо, если вы иррационал, вы понимаете, что вы попали в замес системы, не отчаивайтесь. Важно то, что вы себя почувствовали. И вы следуете этим ощущениям. И автоматически все само произойдет. Вы выйдете на нужную линию вам в жизни, когда вам будет все по кайфу. Ну что, содержательно, часик за час, все хорошо? Да, отлично. Ну все, я тогда благодарю вас за участие, за внимание, за доверие. Следующая тема, не знаю пока какая, но придет. Оно приходит.